Это электричество? Перебои случаются все чаще. Мы далеко от электростанции. Судя по карте, где-то в получасе езды. Дедушка, мне жарко. Можно взять мороженое? Да, возьми для всех нас. Не слишком ли много? Нет такого слова, когда дело касается мороженого. Теперь прямо по шоссе, да? Да, осталось километров 30. Похоже, это ветряная электростанция. Ветряная? С такими огромными вертушками? Это ветровые турбины. Круто, наверное, в такую жару стоять среди этих гигантских вентиляторов. Ты мороженое-то будешь? Турбины так не работают. Ветер их вращает, и они собирают энергию. И да, я буду мороженое. Ну и ладно, просто оно тает. И нечего теперь ну и ладничать. Что? Думаешь, я виноват в перебоях электричества? Ты точно будешь... Конечно, виноват. Если бы твой шок-рок не начал стрелять лазерами, ничего бы не случилось. О, да, но это точно я виноват. Приехали. Здесь прохладнее. Нет! Да уж, что-то эти вентиляторы барахлят. Что-что? Наш умник считает, что эти турбины нужны для охлаждения. Ты, конечно, объяснила ему, для чего они, и он... Не стал слушать. Ясно. Посмотрите, они едва двигаются. Надо найти пульт управления и поставить их на полную мощность. Они движутся быстрее, чем ты думаешь. И их нельзя ставить на полную мощность. В любом случае, это было бы опасно. Но пульт управления поможет исправить перебои. Что ж, я больше не могу выносить эту жару. Я переключусь на того, кто не потеет. Вот так, свеженький, как огурчик. А как же мы? Спасибо. Могу попробовать сделать зонтик. Народ, подождите. Прием, Шака. Ты меня слышишь? Я слышу громко и отчетливо, и мы же договорились использовать позывные. Я не стану называть тебя братом Громом. Ладно. Каков статус капсулы? Я устанавливаю последние соединения. Подтверди наличие связи. Подтверждаю. Вся энергия перенаправлена в капсулу. Если бы я мог сейчас радоваться, то обязательно дал бы вам 5. Я не скажу, если ты не скажешь. Что это было? Ничего. Я что-то уронил. Это был один из моих суккулентов, да? Да. Убедись, что все готово, и я перейду ко второй фазе. Как жарко. Все нормально, Гвен? Можешь не светить на меня этой штукой? О, прости, все нормально? Да, мне просто нужен пингвиний стволик. Что? Я буду 2 хот-дога и большой чай со льдом. О, он не берет деньги. Думаю, надо отнести вас обратно в фургон. О, с ума сойти. Спасибо, что принес нас сюда. Ладно, вы отдыхайте, а я что-нибудь придумаю. Будь осторожен, жара может свести тебя с ума. Да, я понял. Я не шучу. Что это? О, эта штука явно не отсюда. Похоже, все провода ведут к турбинам, кроме... Что ж, привет, диспетчерская вышка. Выход энергии довольно большой. Мощности должно хватить, чтобы активировать капсулу. В этот раз он не услышит. Чего не услышит? Вас только 2, а третий где? Какой неприятный сюрприз. О, ты мне льстишь. Ну что, приступим или будем ждать вашего... Друга? А может, вернемся к этому позже? Я с ним разберусь. Даже с кондиционером на полную мощность здесь как в духовке. Мы так долго не протянем. Бензин кончается. Надо помочь Бену. Но как? Я не знаю. Теннисон, ты должен уйти. Навсегда. Что они замышляют? Надо вернуться в фургон. Что это было? Ух ты! Прием, что случилось? Объявился мелкий Теннисон, и, похоже, Шока с ним разобрался. Прощай, Теннис!